Добрый день еще раз, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышите и видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате. Отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Для тех, кто, возможно, первый раз сегодня зашел к нам в трансляцию, посмотреть наш аналитический обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. У нас обзоры выходят два раза в день, с утра в 9:45 по Москве и днем в 14:30. На утреннем обзоре мы рассматриваем детальную ситуацию, то, что у нас произошло за прошлый торговый день, с точки зрения выхода главных новостей, статистики, она повлияла на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный новостной фон, как он может повлиять на наши основные инструменты, находим возможные точки входа для сделок и цели по нашим операциям. И на дневном обзоре мы уже рассматриваем также возможность по появлению новых точек входа, да, то есть, ну и по совершению сделок и цели по нашим операциям. Так, что у нас тут вижу? Вижу, плюсики стоят. Так, ну что, давайте тогда начинать. Если у нас все в порядке со звуком, с изображением. Начнем мы с пары евро-доллар. Вот, сегодня с утра те, кто был, присутствовал, да, на нашем обзоре, может быть, кто-то уже успел посмотреть записи обзор, то есть он уже есть на канале YouTube Альпари. Значит, сегодня мы видели пробитие, собственно, зоны 1.13 ровно движение, да, то есть здесь, соответственно, цель была для покупок у нас, да, ну и, соответственно, покупки до цели 1.1335, да, то есть и сейчас мы видим, что цена, да, уже подошла к этой цели, да, то есть, ну и сейчас идет, собственно, консолидация цены у данной границы, вот, ну и что, то есть ждем, собственно говоря, для дальнейших, да, дальнейших покупок, возможности, да, движения дальнейшего, ждем пробития данной зоны 1.1335, вот, ну и, собственно, обновление вот этих вот максимумов границ, которые у нас были образованы 17 числа. Прежде всего, и если мы зафиксируемся уже выше данного уровня зоны здесь полностью, да, то есть и с учетом, естественно, зоны коррекции обязательно, то есть нужно ожидать, потому что у нас после вот такого сильного движения, практически безоткатного, мы видим наверх, должна последовать коррекция. И уже после коррекции, да, то есть можем сейчас даже вполне увидеть эту коррекцию, да, то есть возврат к уровню 1.13 ровно вполне, и уже после возврата, да, после ретеста к данному уровню, уже можно будет думать о покупках, опять же, до цели 1.1335 движения. Вот, ну и уже по дальнейшему пробитию, да, то есть обновление среднесрочных максимумов, здесь уже будет возможность для покупки, соответственно, покупки до цели 1.1394. Дальше. Далее фунт. Фунт у нас по-прежнему в покупках стоит, ничего не поменялось. Ждем. Цель у нас среднесрочная, такая уж более глобальная, скажем так. Находимся мы на границе 1.4545. Профит наш, ну и вблизи уже главного, скажем так, уровня 1.4564 движение. Сейчас мы видим восходящее движение, да, наверх. Была вот она зона сегодня, зона коррекции, и сейчас цена потихоньку, помаленьку восстанавливается, да, то есть идет движение уже в нашу сторону. Вот. И дальше уже будем, собственно, смотреть, наблюдать за дальнейшим
дальнейшим ускорением движения. Вот, ну и очень важный момент, то есть здесь, собственно, для меня, для возможности, опять же, думал я сегодня, да, скажем, днем для открытия короткой сделки, да, то есть также в покупку добавится, вот сейчас, собственно говоря, появляется возможность неплохая, да, то есть после коррекции возврата наверх, то есть открытие сделки, ну и, соответственно, цель здесь поставить на уровне 1.44.68, то есть, ну, такая вот будет краткосрочная цель. Сейчас мы давайте с вами откроем сделку. У нас объем идет первый по фунту 1, то есть с добавлением мы, собственно говоря, уменьшаем объем, то есть сделаем объем 0.8, поставим и откроем, собственно, buy. Плечо у нас 500-е, есть возможность, собственно, и сразу цель себе уставляем на уровень 1.44.68. Ну и, собственно, стоп мы ставим за уровень 1.43.49 сюда. Все, собственно говоря, поставили. Будем теперь ожидать. Собственно, добавились, да, и сегодня возможно, да, то есть обновлением уже очередного нового локального максимума, да, то есть у нас будет возможность на закрытие сделки по take profit, по фунту. То есть приоритет у нас сохраняется, фунт у нас, мы видим, укрепляется, вот, на фоне уже слабости самого американского доллара как валюты. Далее, что касаемо канадца, здесь мы видим с утра тоже цена у нас находилась у уровня 1.3065, была консолидация, дальше, соответственно, мы пробили зону и дошли практически до цели, вот здесь мы видим, да, 1.30, и если кто-то, возможно, открывал сделки по канадцу на продажу, да, то есть могли по take profit закрыться как раз вот вблизи данной цели 1.30. Вот, то есть я по канадцу сделок не совершал, вот поэтому, собственно, у меня, ну, здесь ничего не было, хотя возможность, да, в принципе, была на открытие. Вот, если кто-то из вас и совершал, думаю, ну, смогли закрыться, да, то есть, ну, и тут, в принципе, неплохо заработать в пределах 55 пунктов. Движение было. Далее, на текущий момент, то есть мы сейчас находимся в диапазоне, да, то есть пока ничего не делаем, ждем дальнейшего движения, то есть уже пробитие зоны 1.30, да, то есть образование нового локального минимума, который будет уже ниже предыдущего. Это будет означать, что тренд у нас продолжается нисходящий. И дальше тут у нас уже есть цели. Есть цель 1.2969, есть цель более такая глобальная 1.2899. Вот. Ну, скажем, 1.29, да, цель здесь по дальнейшему движению вниз по продажам. Собственно, поэтому сейчас пока ждем по канадцу. Ситуацию видим, да, то есть у нас среднесрочный тренд, цена вернулась по данному тренду. Далее, что касаемо иены, иена у нас также сегодня продемонстрировала очень хорошее движение. Вот мы видим, да, то есть было движение вниз. Собственно, была достигнута сегодня цель 112.30. Вот сейчас цена, был возврат, да, после отката ретест к этому уровню. Сейчас мы видим, что цена консолидируется в данной границе и будем, собственно, ждать дальнейшего движения. Если будет дальнейшее укрепление иены, ждем разворота от уровня 112.30 и возможность для
собственно, для продажи, да, по данной валютной паре. Ну и короткую цель себе можно поставить за ближайший вот этот вот сформированный минимум. Поставить цель там в районе 20 пунктов будет. Это цель у вас. Вот, поэтому посмотрим. Но здесь действительно нужно сейчас дождаться разворота и движения уже вниз от уровня. По франку. Франк у нас на текущий момент, когда мы с вами проводили семинар, то есть был во флете, соответственно, было пробитие уже зоны 0.9659. Я вам говорил, что есть возможность для продаж. Вот, я, соответственно, зашел в продажи. Зашел, конечно, немного поздновато, но вот, собственно, как увидел, так и сразу зашел. Цель у меня, собственно говоря, вблизи уровня 0.9583 движение. Вот, то есть сейчас так в легком плюсе находимся. Вот, ну, цель небольшая, тут получается в пределах где-то 38 пунктов 40 движения. Вот, то есть франк сейчас у нас что? Франк у нас укрепляется, да, то есть обновляет новые минимумы, движение идет вниз, собственно, ну и движение идет к следующей цели у нас. Поэтому на данный момент, да, то есть сейчас, в принципе, те, кто может быть планируют открывать, да, то есть сделки по франку на sell, вот есть неплохая возможность. Sell короткий до как раз вот этого уровня цели 0.9583 движение. Далее по австралийцу. Вот, австралиец, собственно, я говорил, с утра вышел наконец-то вчера из диапазона. Вот у меня сегодня открыта была сделка. Сделка как раз на развороте на покупку, да, вблизи цели как раз 0.7701. Вот, и буквально вот недавно закрылась у меня моя сделка, закрылась по профиту. Вот, сейчас, собственно, что нужно ждать? Опять видим небольшая коррекция, и цена потихоньку возвращается. Возвращается, а здесь уже, конечно же, до границы. Ну, хотя еще 30 пунктов, в принципе, есть возможность, да, еще открыть сделку на покупку короткую с целью как раз к уровню 0.7701. Вот, я буду ждать, собственно, обновления данной границы пробития. Вот, то есть, и когда цена зафиксируется уже выше данного уровня, дальше уже буду действовать по покупкам. По покупкам, ну и, собственно говоря, покупки до цели 78.27. То есть здесь, в принципе, цель достаточно неплохая будет, 100 пунктов и более. Собственно, то есть сейчас мы видим, если смотреть средний срок, то есть цена вернулась в пределах тренда, закончилась у нас зона коррекции, прошла, и уже после этого цена вернулась, и сегодня мы увидели обновление среднесрочного локального максимума. Вот у нас максимум был, получается, 17 числа, 18, вот, 18 числа был сформирован максимум, и после 18 числа мы пошли на снижение, да, то есть, и уже сегодня мы увидели обновление данного максимума и зафиксировались у границы 0.7701. Вот, как только мы пробьем этот уровень, то есть, возможно, сегодня, возможно, мы уже завтра это увидим, то есть, дальше уже можно будет действовать по движению, да, на покупку, собственно. Далее новозеландец. Вот, новозеландец, собственно говоря, здесь я, ну, скажем, открыл коротенькую сделочку, да, то есть не сдержался. Почему? Потому что было очень хорошее движение, было пробитие, собственно, зоны 0.6890, и на развороте, да, то есть я уже открыл сделку на покупку, соответственно, короткий стоп у меня стоит, стоп стоит за, собственно, уровнем 0.6926, ну и
Тейк у меня стоит вблизи сформированного максимума локальной вершины. Вот. Дальше посмотрим. Ну, по такому хорошему, да, движению, то есть сегодня, в принципе, можем продолжить это движение, да, то есть формирование наверх, ну и, возможно, сегодня мы даже обновим максимум. Вот, то есть, ну и в любом случае с открытием уже Америки, американской сессии, то есть он уже покажет ситуация. То есть снова приоритет у нас по-прежнему, то есть на средний срок мы здесь видим, что тренд у нас восходящий, да, то есть цена начинает фиксироваться выше уровня 0,6890, то есть это был очень неплохой уровень сопротивления для новозеландца на дневке, да, то есть мы видим данный диапазон. Ну и очень важный момент, если завтрашняя свеча, мы зафиксируемся выше данной границы, да, то можем уже спокойно говорить, что этот уровень у нас поменял, собственно, формат, да, то есть с сопротивления на поддержку, да, то есть и здесь мы уже будем его рассматривать, этот уровень, и отскок от этого уровня для покупок, следующих покупок по паре новозеландский доллар к доллару. Вот. Ну и здесь у нас уже там цели открываются для покупок. С утра мы их рассматривали тоже, такие глобальные, да, это 0.7115, собственно. То есть в это направление будем ожидать. Далее по золоту. Вот. Золото, собственно, у меня также была открыта покупка уже на вот этом вот ретесте от уровня 1237.07, движение наверх, и, соответственно, цель у меня стояла на ближайшем сформированном максимуме, это было вчера как раз уже поздно ночью. Вот, ну и сегодня у меня сделка закрылась благополучно, цена опять, видели, откатывалась, сейчас опять, собственно, идет формирование, сформировала минимум, который уже находится ниже, чем предыдущий, да, то есть будем смотреть в дальнейшем. Очень важный момент, то, что цена должна по дальнейшей траектории наверх, да, то есть должна, во-первых, закрепиться выше уровня 1237.07, во-вторых, обновить вот этот вот сегодняшний максимум. То есть, если мы это увидим, это произойдет, ну, собственно, можем говорить дальше с уверенностью, то, что идет у нас восходящее движение, тренд восходящий, да, то есть, ну, и золото восстанавливает свое движение среднесрочное. Прежде всего. Вот. Но пока об этом говорить рано, потому что сейчас цена у нас как раз консолидируется у данного уровня 1237.07, поэтому будем ожидать, смотреть, ну и, возможно, вечером, завтра уже появится такая возможность для входа. Вот. Что касаемо рынка черного золота, то здесь мы видим, что после, собственно, продолжительную такую консолидацию границы 39-33, произошел небольшой отскок. Сейчас цена опять возвращается к уровню. То есть мы сейчас нащупываем, да, скажем, такое дно, можно сказать, да, то есть зону нижнего, да, нижней границы боковика. Вот пока мы об этом с утра говорили, пока, конечно, рано говорить, что уровень 39-33 является нижней границей. Вот, то есть нам нужно посмотреть еще сегодня, завтра как минимум, да, то есть если у нас действительно мы увидим разворотные точки, да, то есть минимумы локальные, которые здесь будут сформированы в данной границе, то действительно мы можем уже данную границу считать как нижнюю границу боковика, да, такого, то есть. И, в принципе, сейчас черное золото по ожиданиям, да, должно как раз уйти в такую вот широкоформатную консолидацию, скажем так, да, и, возможно, даже этот диапазон будет шире, да, то есть у нас есть верхний уровень сопротивления 42.37, ну и, соответственно, нижняя граница пока неизвестна, она в процессе формирования.
Вот. И как только мы увидим отчетливо эту границу, можем уже четко говорить, что вот у нас есть рамки нашей широкой формации. Вот. Пока, собственно, ждем. Далее, по рублю. Вот, рубль у нас на сегодняшний момент с утра, да, то есть немного укрепился. Опять же, повлиял прежде всего сам американский доллар, да, то есть ослабление. Вот, ну и сейчас особо без движений находимся, если честно. По-прежнему в диапазоне, по-прежнему мы ждем выхода пары из данного диапазона 69 ровно и 66-63. Как только выходит пара из диапазона, дальше уже можно будет действовать. То есть либо покупать, либо продавать, в зависимости от того, какой диапазон у нас будет пробит. Собственно, какой уровень. Так, ну вот, собственно, такой вот у нас с вами кратенький обзор получился, да, то есть в общем целом, да, то есть сегодня продолжаем мониторить британского фунта, да, то есть ждем дальнейшего движения, ждем покупок, вот, канадца смотрим, мониторим, да, то есть по преодолению дальнейших минимумов, вот, ну и обязательно евро-доллар тоже, то есть здесь смотрим пробитие зоны 1.1334, да, то есть фиксации выше данной зоны уже будет возможность для покупок. Все, в принципе, на сегодня все то, что я вам хотел рассказать, показать. Значит, хочу вам пожелать хорошего дня, хорошего вечера, побольше вам профитных сделок. Если есть какие-то открытые позиции, есть по ним результат, старайтесь страховать свои сделки перед движением стоп-лоссов без убыток. Вот. Ну и встречаемся уже завтра также в 9.45 у нас с утра обзор и днем 14.30. Всего доброго и до завтра. Всем спасибо.